Paranormal in the house. Ну, под штанишки, а? Залетает. Ту-ту-ту-ту-ту. Так, всем привет. Меня зовут Алишер. Сегодня мы вам покажем, что убирают райдеры с хвата для катания и для повседневной жизни в магазине. Сквот. Погнали. Так, для начала возьмем сумку. Сумка Dakyn очень много раз мне спасала жизнь. Лучшее, что со мной случалось для туровой какой-нибудь поездки. Туда полностью помещается комплект. Можно передвигаться по городу прямо на скейте вместе с ней. Хорошие здесь колеса. Начнем тогда с доски. Так, мне нравятся доски Welcome. Очень люблю их шейпы, большие носы подквадраченные. Размер 8,5. И тейл у нее, как у обычной доски, то есть она очень многофункциональная. И в боуле можно на ней погонять, и на улице. Опа, закидываем. Так, и еще на прозапас вот такого формата. Тоже с квадратным тейлом. На квадратном тейле чуть больше у вас контроля на липслайдах, на скорости, на большой. Такой тоже нос, за который удобно хватать в воздухе. Вот так. Так, сразу не отходя далеко возьмем кеды. Вот эти лакай. Вот эти и вот эти. Чуть-чуть они отличаются. Вот подошва здесь хорошо ароматизирует, очень похоже на вафли внутри. Вот эти кеды мне по душе. Так, вот они как раз в этой коробочке. Едем дальше. Так, подвески. Вот они, индики. Я катаюсь на титаниумах. У них титановая ось, и как бы они за счет этого намного легче. Ну как намного, единственное отличие, которое может немножко напрячь, у них база чуть-чуть тоньше, чем у других индиков. Вот поэтому, возможно, понадобится подкладочка, если вы катаетесь на 55-х колесах. Вот. Раньше я об этом не знал. Вот. Но заметил, да, что на них большие колеса цепляют доску. Так, берем 149-е индики. Титаниум. Так. Подшипники. Мне нравится. Bronson & Row. Как бы компания, специализирующаяся на подшипниках. Все их технологии, заморочки – это подшипники. Поэтому, мне кажется, ну, я им больше доверяю в этом плане. Ну, и живут они долго. Особо меня не подводили еще. Так. Пам-пам. Так, колеса. Значит, для улицы и для бетона я выбираю от J. Wills Elite Formula. Они 56-е есть. Значит, вот они чуть шире стандартных. То есть сцепление у них с поверхностью больше. Вот они жесткие, проскальзывают отлично. Опять-таки, подходят для бетона. Для русского бетона и для улицы очень хорошо все едет. Если катаетесь в деревянном скейт-парке, где очень скользко, то 99А это отличное решение. Либо для очень гладкого бетона. Пока такое редко, конечно, встречал у нас, но 99А либо 101А.
отличные колеса. Да, и возьму вот такие другой формы, они поуже, то есть и полегче, то есть это больше для уличного катания подходит, под граньки. Значит, также еще для подвесок возьму подкладочки. Вот эти, как видите, побольше. Я думаю, это для каких-то крузеров. А вот это как раз похоже на то, что нам нужно для индиков. Как раз они поднимут высоту колеса доски примерно на то расстояние, которого нам не хватает для титаниумов. Так, болтики Independent. Вообще, конечно, разницы большой нету. Ну, мне не принципиально, какие болтики. Так. Можно, конечно, взять какие-нибудь красивые, разноцветные. Такие Enjoy, например, еще. Пусть будет. Ту-ту-ту-ту-ту. Так, возьмем классические Дикисы. 874-е. Крутой материал, такой рабочий, очень практичные штаны, которые не порвутся, ну, после первого падения. Все-таки штаны – это расходный материал, и, ну, мне кажется, они должны быть прочные. Так, что у нас еще интересного? Нравятся белые шапки. Можно взять Diamond. Выглядит ничего. Прикольные шкурки. Но я любитель классических, либо прозрачных. Можно взять две шкурки, там, одну черную, другую прозрачную, если у вас какой-то дизайн на доске. Да, возьмем вот прозрачную и обычную черную. Так, возьмем вот и... Так, носки Дикис высокие. Офигенные классические носки Дикис. Три пары. Опа. Ну, под штанишки, а? Залетает. Так, вот он мой стартер-пак. И сегодня для вас мы еще разыграем одну из досок Welcome, которую вы выберете сами, когда победите в конкурсе. Чтобы в нем участвовать, вам нужно подписаться на YouTube-канал, оставить лайк, поставить комментарий, комментарий с ссылкой на свой профиль ВКонтакте и сделать там репост видео. После этого рандомно мы выберем одного счастливчика, который выберет себе любую из досок Welcome. Увидимся на спотах. Тут.